Что финал? Бо-1, Лос Темпл с 1 апреля. Фоги против Икс-Лорда. Да. Ох, респы какие. Агрессивные. Давай, тебе слово. Что делать в этом матчапе? Так как я очень сильно разбираюсь в нежити и в эльфах, я думаю, надо Фогичу обязательно ставить нычку. Прекраснейшая позиция для него ставить нычку. Ужаснейшая позиция для Хикслорда ставить нычку. Но так как Фоги только что, ну, не отлично, но нормально, все равно хорошо отыграл, он адаптировался на ЛТ, я думаю, у него есть шансы. Ну, Икс-Лорд, это просто... Что? Икс-Лорд. Что ты? Ты считаешь, что у Икс-Лорда больше шансов? Нет, я болею, я топлю за Фоги, Миш. Я сегодня очень сильно меня разочаровал Икс-Лорд, поэтому я все время против него. Как он сегодня разочаровал тебя? Ну, нет, это не для стрима. Давай, играй, смотрим. Не, подожди, нам же интересно. Это, возможно, интересная тема какая-то. Что он сказал? Да, начнем срач. Не, я просто хотел прокомментировать так его игру, и он меня сначала заигрывал и сказал, да ты не стример, типа это. Не стримишь, и, ну, типа, вали отсюда, и все. Я говорю, ну, я типа стримлю, и этого. Нет, ты это не делаешь пока. Ну, он ребенок был и остался. В EPS был таким, и так и остался. Хорошо, что ты повзрослел, и я тоже. И мы можем с пониманием на этого щегла посмотреть и пожелать ему всего самого хорошего. Чтобы он проиграл сейчас, да? Да-да-да. Окей. О, ДК первым героем, кстати. Он против ТГВ тоже ДК сыграл, да? Пуш на Т2 в Т3, который перешел на нычку. Армию игрока атакуют. Ну хорошо. Да. И поехали. Кто второй молодой человек, спрашивает Финт? Ну, Фоги и Икс-Лорд. Да. Какой из них второй? Вопрос. И там еще Гудвин говорил еще об английскую версию. Английскую версию допилили уже, все. Там на этом турнире еще Light сделал описание отдельно. То есть можно переключить, сделать английскую версию. У вас там все, и вкладочки, и кнопочки, и текст будет. Все на английском. Так что, а учитывая, что регистрация там через какой-нибудь Google или Facebook, заходишь и... Несложно, короче, для зарубежных уже принимать участие. Хочу, кстати... подчеркнуть, как крипи, крипи профогил. Как Фогич покрипил эту точку. Так, подожди, что тебе там Оля приносила? Я теперь начинаю понимать. Так. Да уже сушняк дерзкий. Вот. Я понял, да. Смотри. Так, аналитика пошла от Сокола. Ты главное там смотри, не упади, а то летать опасно. Не, он очень правильно прокрипил. Почему? Что это за расплит скелетов? Ну, он двух убил, нормально. Сплит, я говорю, скелетов. Что за сплит, ну, скелетов? Да. Молодец, Фоги. Он видит виспа, уводит одного скелета, двое остаются рядом с декой. О, варька. Да не, надо просто шахту тупо он отменять. Он может шахту, все. Да. А, не хочет. Не хочет. А не при хочет этом менять. Даста нету. Даста нету, Икс-Лорд. О, вот это сейчас плохо он развернул. Ай, ну хорошо, не зажали. Все, надо. Уже нет. Уже поздно, что, к сожалению. А вот это что такое? Ну он понял, что не это самое. Не успеет с текущей... А зачем возвращаешься так? Да что делает Фоги? Да. Крипи профогил. Так, ну не, я-то до сих пор ты меня не выслушал. Он, я вот это, а я от этого прям тащусь, я прям, ну так прям мне нравится, когда кто-то, если крипит, так, и он АОВом правильно все сделал, он атаковал двух троллей, у которых медиум армор. Они же получают дамаг. Миша, посмотри, там 50% топовых нормальных эльфов так не делают, а при этом ты выигрываешь массу времени, когда ты убиваешь сначала этих троллей. Ты меньше ДПСа в тебя входит, окей. А ОВ, типа, он отличится от елочки и все такое, но все равно
А когда он просто бьет по... Ветман 1944 поддержал. Я понял, там саппорт прилетел, сейчас подожди. Гречка прилетела. Миша, привет от Питера. Привет. Спасибо за стрим, турниры, хорошее настроение. Семья и коты улыбаются и машут. Соколику и чатику привет. Привет, чатику, привет, соколику, привет котам. Спасибо, жене и традиционно в Питер у нас уходит. Там был вопрос относительно скилла у Варьки. Она еще не определилась просто. Она взяла блинк и пока ничего. Потому что не знает, ей... А зачем она так делает сейчас? Что это такое? А зачем они стоят просто? Минус. Блин, еще, ну вот минус 3 арчи потенциально. Ладно, ну, 2. Да, берет наконец эти ножи. Ой, Варя, ну как так? Как так, Варя? Зачем арчи отдавать? И сейчас подходит битыми арчи. Они даже выстрелить не успели. Не, ну... Прохладно. А Fan of Knives все время можно делать. Жалко ману, но остальное. Ну а зачем она тогда у нее героя? Ну третий далеко, очень далеко. Спасает виспов Фогич, там у него... А и арчерками... Опасно. Ой, арчей не даст... Блин, какое начало, а? Плохое для Фогича, просто. Отвратительное начало. А, теперь внизу контролит. Арчей контролит. Нет! Что, дерево что? Убило очень важную гурфу. А, третью? Ну, не совсем третью. Ну, не третью, но ближе получается. Вот сейчас скелетов бы там пробрил. Видишь, висп подходит. Хороший висп. Вот третья гулька была бы. Всё. Да, да. Ой. Магаз. Магаз же отменили снизу. С таким трудом он отковыривается. Потерял арчей, потерял мунвеллы. Ну, в смысле, ману в мунвеллах. И это плохо. Шматко, Спассау. Миша там был, прекрасный город. Изучай три реки, Миша до сих пор впечатление. Да. Такой город. А потом были в каком-то там, какой-то деревне мюнхенской. Ну, в Мюнхене. Это не Пассау. Это не Пассау. Ты из Петрозаводска, что ты мне чешешь? Или откуда? Петрозаводск? Кто? Новокузнецк? Кто? Из какого ты города родом? Оренбургская область, поселок Тотская, 2, улица Набережная, дом 7, квартира 29. Ага. 007-3532. Хорошо. А? Не ожидал? Когти плюс 6, Фоги. Да, не доконтролил Фогич, к сожалению. А, он занят на базе. Не, ну там только ДК бьет, ну, типа. Ну, он оценивает. А, ну, а ему, надо... типа. Да. Ну, может быть, это и правильно сейчас ТП делать. Две точки, по крайней мере, взял. Т3, да ладно, пешком, будет. Что ли? Ну, тебя же там два мануэла сожжут, пока бежать будешь. Не, нормально, один мануэл. Да, дриадка вышла, но заплотняет. И сейчас Варденка. Варденочка уже, да, уже показывает, как нужно с ножами быть. И пандыч такой. Панда. Ой, вот хорошо. Дыхание. Пошла же, ну только арчей разводить. Шикарно. Арчей спасай, спасай арчей. Ох, ни одной арчи не... Еще сейчас дыхание одно будет. Дыхание. Прям как в молодости, а. Прям как по учебнику. Да. Тут книги не читаю. Книги, там когти лежат. Когти, ой, да, еще гноль такой злой. А эти могут же под... А, нет, он вправо увел, молодец. Слушай, ну Фоги сейчас уже впереди. Гулей сколько умерло? 5? 5, судя по трупам. 1, 2, 3, 4, 5, да. Зачем ты их выманиваешь, господи, ну зачем? Там эти предательские еще с ядом убили. Ой, Икслор хотел полечиться, получил люлей. Не, ну все, Фоги, не убегай, у тебя. О, сейчас хорошо, можно этого гнола подрезать, пока... Там койл. Не успеет уже. О, даже решил не... Ну, он по сейфовому, да. Да, но все равно не попали. Сейчас снова пойдет. А куда снова, почему? На, ой, и...
атака плюс 6, конечно, достается личу. Ну, это сам виноват, Фогич. Главное, чтобы потом люди не говорили: о, смотрите, какие артефакты классные у лича. Точка сбора, да. Там гарк был. Закопка есть? Только делается, окей. Так, главное, финда сама не сообразила, куда она идет вообще и зачем. Приказ есть приказ, не обсуждается. Да. Все, в атаку на эльфийскую базу. Молодец, финда. Некто, представившийся как мужик, мужик с пузиком подержал. Подержал ваш канал на 10 головок чеснока и сообщает: вот я и нашел тебя. Тикай из города. Лучше бы тебе в другую страну свалить, иначе тебе не сдобровать. Еее! Спасибо, мужик с пузиком. Да куда там? У нас и здесь все хорошо. Гарга одна, кажется, да, будет харасить просто. Да, это, ну. Фейковая гарга или что? Надо, чтобы отвлекать. Нас же бесит, нас атаковали. Или какой там сексуальный голос, что-то. Мас! Ну, это же говорит так все время там. Нужно больше золота. Да. Он про сокола говорит, мужик с пузиком. А ты знаешь? Ну ладно, неважно. Это, видимо, мужик какой-то мем. С пузиком не знаю. Армию игрока атакуют. Или это... Этот. Тот? Мясной конь. Не-не-не, этот позитивный. Ну, сокол, ну перестань. Что случилось в наших лесах? Так, а в это время ставит Фоги третью базу в не совсем типа палевном месте на 6 часах. Хорошее место. Покупает Шреддера попутно. И выбивает себе трубу легиона. Шикарный артефакт. А в это время его идут вообще пушить с двух баз, насколько я понимаю. Что странно. Чем он вообще собирается убивать сейчас Фоги? Тайминговый кул, типа. Ну, во-первых, типа. Минус 10 лимит, да, типа. И еще медведи там. Ой, виспов, он сейчас с собой телепортнет, который специально послал на нычка, окей. Кажется, виспы сдали всех. Вины пары дыхания, где ножи, где арба? Ой, плохая ситуация, слушай. 44 поддержал ваш позиция канал плохая. На 10 рулонов туалетной бумаги и сообщает. Нормально. Миша, хорошо. Это от зоны. На билет ставь, если бы был, тогда бы Фоги вообще бы им не было. Ой, там тебе этот специальный донат пришел, но сейчас не о нем. Сейчас надо попытаться понять, как вообще Фоги здесь отбиваться. Потому что медведей он прилетел таким подбитым, и в куче все было, что очень плохо. Угу. И сейчас не совсем понятно, как убивать. А варденьки купить, хилку. Еще экспант отдается на 6 часах. Блин, как нелепо, а. Просто, это минус Фоги. А, не, у него есть этот еще. Анг, отлично. Или он отобьется, или он отобьется. Отобьется, не отобьется. Да. Как, а почему? У Икслора все красное, поэтому. Да, видимо, решил. Ой, хорошо. Да. Но минус база, ну хорошо, что отбился в конце концов, да. Да, это был такой улынчик от Икслорда. Ну, не улынчик, у него нычка есть, но он типа думал, это... Ну, этим заходом он победит. Да. Почему? Просто почему? Варум. Он не купил став. Он стоял около магазина все время. Ну, там очень много вот действий было. Став ты покупаешь обычно, когда так более-менее... Не, ну он хил подкупил до этого, на это, как его, на будущее. То есть он в магазине был. Прожал хил под и хилку. У него 1000 голды было. Как у меня всегда. Ну, у тебя 1500. Ну, это мучиться надо, а? Опыт. Панда 4, скорее всего, сейчас станет. И я бы посоветовал Фогичу Рунд Брейсерс, отлично, пойти сейчас наверх и на колодце подлечиться. Потому что да. Старые гиганты и ну, все. Он не хочет время тратить. Красный. Да медведи должны как-то по это самое. Я согласен, но время просто не хочется тратить. Медведи, которые сзади идут, они там паре рейджов. Один, два, окей. Ладно, тогда пойдет. Да и ночек сейчас как бы работает Мунвелла потихонечку. Витман, спасибо большое. Жене привет забыл передать. Жене, детям привет. Котам. Про детей котам. Мы ничего не знаем. Про котов определенно точно.
теряет дриадку на тролле. Чё-то Фоги поплыл. Ой, ну вот, смотри, что Сокол говорил. Ну, надо сейчас телепортироваться нормально и отбиться нормально. Протектор есть, АОФ магазин стоит, есть. Прекраснейше. АОФ прекраснейше стоит теперь. Он хочет лезть вперед, без протектора сражаться? Да. Фокуси дриадками, арчами, дестроу. Диспел, Фанти, сделай. Не делай диспел. Икслор сделал диспел, Фанти. Слушай, отбивается здесь Фогич хорошо. Не, ну сейчас АОЭ хорошо заходит. Да. А если еще убьет этого дистра одного битого? Нет, не убивает. Три арчерки, это тоже ветераны. Давно живут, давно. Дестройер наконец-то убивает, но какой ценой. Биты очень... Одно дыхание. Хорошо сделал. Даст заюзан. Сейчас будут... даже сколько? 100 маны или... 100. F. Фоги, а по кому здесь? Ну хотя надо в любом случае. Там в мясе просто. Их слота больше. 57-62, да. Ну там подкрепа поближе, и Икслорд должен заканчиваться постепенно ману. ДК пустой. И обсидианку теряет. Вот, уже минус 10. Став не заюзал ни разу на панди. Потерял гигантов, потерял медведей. Ну вот сейчас хотя бы, чтобы не впитывал гигант. Ну ладно. Ну у него там база внизу ставится, на нее. Если здесь отбиться, есть, да. То да, там можно попробовать. Ну, Икслорда маны мало, лич, правда, фуловый. Да, ему нужно отступать. Во-первых, обсидианок нет, и герои полупустые, да. Но а Фогичу... А почти пятая варденка. Вот пятый, 5-5 нужно, 5-5 нужно. Чтобы панда была пятая, чтобы варька была пятая. Ой-ой-ой, варьку надо... Ой-не-не-не! Став же есть точно, фух. Медведя превращает. Минус обом, сейчас пятая панда будет. Есть. И вниз сразу, винные пары дыхания. Маны нет. Есть маны у мана бутылки. Винные пары. Педа маги поддержал ваш дыхание. Канал на 10 рулонов туалетной приходит бумаги и сообщает. Можно Майк. Ой, лич! Рейнджерка еле живая. Передается. И, да. Может попробовать убить все-таки блинк и лича. Yes! Да. Молодец! Твил в ту секунду как пропадает. Красиво. Инвул, он Breath of Fire сделал. Да, он на граунд сделал, иначе да. Он не успел бы. Вот этот момент очень важный, друзья. То есть тут в доли секунды просто он понимал, что есть возможность, что как раз должен заканчиваться инвул. Он понимал, опять же, что нельзя тыкать в лича, потому что пока ты будешь там анимацию панды проходить, ну вообще нельзя тыкнуть. Да. Просто нельзя дожидаться. То есть он подгадал в тот момент, когда инвул должен заканчиваться, но за счет анимации, бла-бла-бла-бла-бла, в тот момент прилетает как раз, когда лич уже уязвим. Иначе не успел бы, точно не успел бы. Да, Икслорд понимает, идет ставить мечку. Ну что, он в минус уходит сейчас. Потому что у Фогича нычка есть. Фоги купил все, кроме инвула. Откуда он знает о фогичевской нычке? Он не знает, но он понимает, что он проигрывает. А, армию. После скорее этой всего, битвы... просто ему... А, ну там шахта заканчивается просто. Окей, да, я понял. Зря, да, Фоги возможно... не купил инвул. Зря не купил. Пошел вырезать рабочих. Там кули убежали. Эвакуэйт. Телепорт. Назад, ты что, сражаться назад? Будешь? А, нет, он просто телепортируется. Ой, можно потерять. Медведя жалко. Не, лича нету, он бежит. А, точно. Хороший развод ТП на ТП, но Андет успел подкрепить шахту. Ага, и разведка от Икслорда, видишь, на нычку нижнюю. Важная разведка. Понимает, что свежачок. Но проблема в том, что сейчас уже инком побольше у Фогича. В полтора раза побольше. Кто пошел на красную точку вставить там нычку и... Ой, чуть-чуть бы попозже Фоги прибежал, смотри, там. Сейчас Икслорд не будет начинать. Может, еще успеет. Не успевает. Реагирует. Нет, начинает! Что? Ой, как не вовремя. У Фоги план понятен. Ему нужно, учитывая... А где дыхание? А, было только что, да? Минус все калеты.
О, ему нужно просто выигрывать время, опять же. Поэтому вот эти вот забегания от мейна на экспанд, они максимально эффективны, учитывая то, что у него работает база, он еще харасит вражескую. Ему не нужно, чтобы андедовские герои криплись, потому что у него у самого героя 5-5, то есть смысла вообще никакого нет. И Фоги просто в тупую. А, там нет телепорта. Нет, есть телепорт на личном сори. Ну а куда телепортироваться? Зачем телепортироваться сюда уже? Как уже думаешь? Поздно, да. Или все-таки отбить эти три здания? Делает ТП. На 4000. Ой, Фоги элиминейт. О-о-о, хорош! Дыхание тоже своевременное в очередной раз. И телепорт отменяется, и минус 3 здания. Класс. Ну Фоги подумал, ай, давай, уничтожим. Зачем драться, да? Гега, ес! Да! Шикарно. Красиво. Вот, хороший, да. Был момент, когда вот этот пуша очень опасный. И во второй раз тоже. Да, и во второй раз тоже. Первый момент был